Первоуральские и новоуральские специалисты начали охоту на волков. Цель – регулирование численности хищников. Сообщается, что большая стая, в которую сбились опасные животные, обосновалась на границе охотхозяйств. В охотобществе сообщили, что прошлой ночью первоуральцам удалось окружить стаю флажками и начать охоту. На нее собрались порядка 30 человек. По данным одного из координаторов группы, в огороженный участок, возможно, попали не все волки. Там находится порядка 5-7 взрослых особей. Основную угрозу, по словам специалистов, хищники представляют для лосей. Буквально за день назад волки загнали и загрызли одного из них.